2018 года. Проект будет включен и проект, значит, земский фельдшер и малые города. И мы проводили как раз мониторинг работы скорой помощи. Сейчас будем подводить итоги. Это касается, кто работает, врачи, фельдшера, какую получают заработную плату, имеют или нет, так сказать, проблемы пропуска машины и так далее. Да? Значит, как они оборудованы.